Можно к вам? Можно? Ош булдук, да-да. Друзья, всем привет, всем добро пожаловать к нам. Да, к нам добро пожаловать, город Мерсин, район Тёмюк. С вами, друзья, январь месяц, отличная погода и отличное настроение. С вами, друзья, если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube и Instagram, друзья, подписывайтесь. Instagram название Arba Toms. И с вами будет сейчас уникальная планировка, друзья. 1 плюс 1, 82 квадратный метр с отдельной кухней, друзья. И есть 3 сауна, 3 хамам, огромный большой бассейн, друзья, с вами будет здесь сейчас. Всю городскую инфраструктуру тоже здесь рядом. Здесь осталось несколько квартир, друзья. Скоро уже готов, в начале лета готов будет. И начнем с вами, что 1 плюс 1, 82 квадратный метр. И это шоурум, демонстрационная квартира, друзья. Осталось несколько квартир, друзья. Если вы хотите именно вот такой планировка, можете торопиться. Перехожая, заходили перехожая, потолки такой декорации красивый, такой хорошо, потолки высокие. И с левой стороны деление широкий, большой шкаф, друзья. Вот это выходит стоимости. И как видите, она так продается. Давайте отсюда начнем, да? Это зал, гостевая комната, такой большой, огромный. Я вам говорю, потолки высокие, вот такой потолки высокие. И напротив балкон, друзья. Это уже первый этаж, напротив еще есть продуктовый магазин А101, народный магазин. Рядом есть ресторан, пекарня, аптека, поликлиник, все-все. Вот эта часть очень идеальное место расположения. Так что еще напротив отдельной кухни, я вам говорил, отдельной кухни, вот здесь отдельной кухни достаточно хватает. Так что отдельная кухня всегда удобна для женщины, особенно когда грязный посуда, чтобы гости не видели, чтобы позор не было, правильно? Как-то грязный посуда, это для женщины позор. Надо грязную посуду, всегда надо помыть, не надо откладывать, правда? Короче, балкон, вот здесь тоже есть выход, здесь тоже, где от зала тоже выход есть. Балкон вот такой квадратный, вы даже этот балкон можете застеклить. И вот напротив продуктов магазин, там есть аптека, поликлиник, пекарня, ресторан, кафе, все-все близко. Здесь, мне кажется, потом будет русская улица. Вот эта часть русская улица, потому что в этом улице очень много русскоязычных людей живут, друзья. Так что давайте еще спальные комнаты тоже посмотрим. Вот это, можно оператор поблизости показывать? Очень вот такой качество хорошее для такой сцены. Сцена тоже очень доступная, правда, я сейчас не помню, очень быстро идет продажа. Очень быстро идет продажа, сцена часто меняется, но там осталось несколько. Если вам нужно подробнее, мы прайс-лист вам отправим, друзья. Прайс-лист можете получать через наш WhatsApp, друзья. Вот это все выходит. Вот у нас так продается. Вот без мебели у нас вот так продается с ремонтом, друзья. Давайте еще общий санузел. Вот здесь свет нету, да? Свет настроение, как-то свет называй, хочется эту песню петь. Так, здесь спальная комната, вот здесь шкаф, огромный большой шкаф, это тоже входит в стоимость спальная комната. Это 1 плюс 1, друзья, еще один балкон, вот такой, как будто 2 плюс 1, да, аппаратор? Да, очень большая квартира, между прочим, еще один там балкон достаточно. Итак, друзья, что мы вместе с вами смотрели? 1 плюс 1, 82 квадратный метр. Есть еще угловые. 2 плюс 1, 120, 115 квадратный метр. Огромный, большой. Средний 1 плюс 1 в этом проекте. И угловые 2 плюс 1,
тоже на продаже 2 плюс 1 тоже есть. Если вам интересно, именно вот до лета готов будет. Если вы хотите летом у себя дома жить, пожалуйста, можно купить заранее. Место расположено отлично, богатая инфраструктура, парковочное место тоже есть, друзья, очень хорошо. Давайте еще кусочек пляж тоже посмотрим. Отсюда 400 метров пляж, недалеко. Пляж тоже посмотрим, почему в Тюмке люди покупают. Почему? По качану. И поехали, я вам там расскажу. Очень красивый парк, и летом здесь, вот это парк, здесь ярмарка, каждый вечер здесь домашние сувениры продаются, натуральные овощи, фрукты продаются, гёздемы продаются, и здесь кафе, ресторан, летом движение больше, чем зима, конечно, друзья, потому что здесь очень много домов, это турецкие дачи, из других городов Турки приезжают здесь, живут, поэтому они тоже здесь, именно в этом районе покупают недвижимость, друзья, почему? Потому что здесь пляж огромный, большой парк, друзья, пляж песчаный, хороший пляж, широкий пляж, очень хорошо, 400 метров от моря, это проект, друзья, очень хорошее место расположения, мне нравится, вот это очень хорошо продувает, вот, гору, морской воздух и свежий воздух, очень приятно, друзья, даже зима, не только летом тоже хорошо продувает. Здесь влажность меньше, чем в других городах, потому что здесь горы от моря далеко, друзья. В Мерсине еще большой плюс, что разрешает высокие этажи. Почему? Потому что здесь разлом нету, друзья. Здесь землетрясения не бывает. Поэтому здесь много плюсов есть в самом деле, друзья. Это невозможно вам за 5 минут, за 10 минут рассказывать. Еще новый аэропорт строится, еще метро строится, еще здесь вот это пляжи по новой по проекту, здесь будет более красивее, хорошее в течение 3 года, друзья, это мэр город обещал. Так что город развивается, район Тюмень тоже развивается, друзья, здесь жизнь кипит, я очень люблю, как-то какое-то место развивается, друзья. Так что, друзья, если как местный человек, как ваш человек в Турции, если от меня какой-то помощь нужно будет, я всегда с вами на связи, друзья. Вот это мой номер телефона, пишите, звоните, я всегда с вами на связи, друзья. Так что, если вы еще не подписаны на наш Инстаграм, друзья, Инстаграм тоже подписывайтесь, потому что там тоже очень полезный, красивый, хорошая, полезная информация. Мы часто с вами делимся, законы делимся и делимся последние разные проекты, друзья, и делимся именно для вас, какие информации нужно будет именно наш Инстаграм, друзья, Arba Toms название. Итак, мы с вами смотрели 1 плюс 1, 82 квадратный метр, отдельная кухня, друзья, еще 2 плюс 1 тоже есть в этом проекте. Очень мало осталось квартиры, друзья. Так что, друзья, теперь я вам желаю счастья, здоровья. Самое главное – здоровье, друзья, и любить себя, обязательно любите, друзья, потому что все зависит от вас. Если у вас нет движения именно внутри у вас, если у вас нет ничего, друзья, поверьте мне, никто вам не поможет. Вы сами себе врач, вы сами себе адвокат, вы сами себе все, друзья, все зависит от вас, поэтому любите себя. Даже каждый день можно 3 раза перед зеркалом себе говорить: «Я себя люблю, я себя люблю, я себя люблю». Вот так говорите, и день начинается у вас позитивный, красивый. Хорошо? Теперь я вас очень люблю, но себе немножко больше люблю. Пока!